Ну а наша телекомпания отметит день освобождения Клина показом документального проекта «Горячая весна 41-го года». Программа будет транслироваться на муниципальном телеканале ТВ «Поиск» 14 и 15 декабря в 19:55. Мы нашли эту работу в архивах редакции. Авторы проекта – Елена и Валентин Черновол. Только документальные кадры и пронзительные воспоминания клинчан, переживших фашистскую оккупацию. А сейчас посмотрим небольшой фрагмент фильма. Мы пошли в город. Первое, что нас поразило, это немецкие могилы. Знаете, везде во всех наших скверах, вот и в Первомайском сквере, и в сквериках насчет вот торговых рядов, и в скверике, где у нас стоит девочка под фонтаном, везде были зарыты немецкие солдаты, и на каждой могиле стоял березовый крест. Ни магазинов же нет, ни воды, ни света, ничего. Мы с сестрой где-то на каком-то складе успели взять мешок льняного семени. И вот, знаете, оно нас спасло. Как только взрыв, сразу бежишь. Это значит, что-то... Ну, мы... Смотришь, конина, лошадь подорвалась. Ну, чё ж она уже? Её разорвало. И вот мы... Руки слабшие были, не выжатый рубить ножом. Мы пилой с сестрой отпили немножко и домой. Впервые в истории войны вот немцы были окружены в Клину. Попали в Клину в окружение. Вот. И не знали, как из этого окружения вырваться. Началось освобождение Клина. Все-таки мы погнали немцев от Москвы. Вот чего. Вот это радовались мы. Что такое война? Это вы не поймите, что не комуш там это о себе думаешь, ты дружишь, о других думаешь. Все было, и кровь в лицо летела. Не буду я.